Айдару Темиралиеву посчастливилось стать участником программы ГИК на приобретение льготной и доступной ипотеки. Заботливый отец троих детей на протяжении многих лет пытается обзавестись собственной квартирой. И в скором времени ему должны одобрить достаточную сумму. Говорит, что очень рад получить доступное жилье благодаря поддержке государства. В рамках программы «Мой дом 2021-2026» планируется обеспечить квартирами около 14 000 семей. Я подал документы на участие в программе «Мой дом 2021-26» еще в прошлом году. Все операции осуществлялись на электронном портале ГИК. До настоящего времени ипотечная компания помогала приобрести доступное жилье стоимостью до 60 000 сомов за квадратный метр, что на данный момент в нынешних экономических условиях не позволяет найти желанную жилплощадь. Поэтому я надеюсь, что в скором времени государство пересмотрит изменения параметров жилья. Я очень надеюсь, что в ближайшем времени стану хозяином собственной квартиры для моей семьи. Программа ипотечного кредитования «Мой дом 2021-2026» была принята Кабмином в июле прошлого года, а ипотечные кредиты по нему начали выдаваться с сентября прошлого года. Ранее была реализована программа «Доступное жилье 2015-2020». В рамках программы кредиты выдаются в двух направлениях. Первое – это кредиты для сотрудников бюджетной сферы, срок кредитования до 25 лет, процентная ставка 4% годовых. Второе направление для всех категорий граждан, процентная ставка 8% годовых, срок кредитования до 25 лет. То есть я также необходимо отметить то, что в 2016 году первые кредиты, льготные кредиты выдавались по ставкам 12-14%. То есть с того момента практически на 10% снижено. За 2021 год мы выдали порядка 700 с чем-то кредитов. Эти кредиты выданы с сентября по декабрь, за короткий промежуток времени. На текущий момент порядка 400 кредитов выдали. Ранее участники новой программы, например, по льготному кредитованию, могли приобретать жилье стоимостью до 60 000 сомов за 1 квадратный метр. Однако в течение февраля и марта появились трудности в приобретении жилья посредством государственного ипотечного кредитования, поскольку цены на рынке жилья начали сильно колебаться из-за нестабильного курса иностранных валют. В связи с чем первый заместитель председателя Кабинета министров Арзыбек Коджошов провел заседание координационного совета по мониторингу реализации государственной жилищной политики, где был рассмотрен вопрос изменения параметров жилья, приобретаемого в рамках программы «Мой дом 2021-2026». По словам Коджошева, основная цель программы – обеспечение максимального количества нуждающихся граждан в собственном жилье на условиях льготной и доступной ипотеки. По итогам заседания на текущий момент граждане могут, то есть сотрудники бюджетной сферы могут приобретать жилье стоимостью до 70 000. Однако это не значит, что как бы они должны идти и приобретать, искать жилье со стоимостью 70 000 сомов. Все зависит от того, какой они найдут. И как вам известно, стоимость жилья, она разная в зависимости от города, также региона страны. Текущего года на жилищное финансирование будет выделено порядка 8,5 миллиардов сомов. Из них на сегодня мы получили и освоили 900 миллионов сомов. В целях стимулирования населения к приобретению нового жилья по направлению «Доступная ипотека» для остальных категорий участники программы могут приобретать жилье стоимостью до 80 000 сомов за 1 квадратный метр. Ранее кыргызстанцам нельзя было выбирать дом или квартиру со стоимостью квадратного метра более 60 000 сомов. Теперь напомним, что жилье, приобретаемое в ГИК, должно находиться не дальше административно-территориальной границы области, где работает гражданин. Рашид Алиев, Джантай Макенов, «Пирамида».